Привет-привет! С вами «Интересное инфо». Сегодня мы расскажем вам о продолжении популярного фильма «Дэдпул». И если вы не подписаны на наш канал, обязательно подпишитесь, чтобы не пропустить новые обзоры. Спасибо! Вышедший в прокат 10 февраля 2016 года комедийный боевик о супергерое Дэдпуле был очень тепло встречен зрителями и стал самым кассовым фильмом в истории с рейтингом R. Основой для сюжета стал комикс Marvel о Дэдпуле. Первый фильм получился весьма оригинальным, полным действий и черного кровавого юмора. При относительно небольшом бюджете ему удалось получить солидные кассовые сборы, что обеспечило выход следующих частей. Главный персонаж кинокартины стал обладателем необычных способностей и благодаря этому решил стать супергероем, чтобы вершить правосудие и наказать людей, которые изувечили его внешний вид. Таким образом, цена за полученные силы стала очень высока, ведь она стоила ему потери любимого человека. Первая часть была представлена на большие экраны в 2016 году, а вторая – 16 мая 2018 года. Актер Райан Рейнольдс, который сыграл главного персонажа, настолько влился в роль, что в некоторых случаях даже предлагал корректировки относительно сценария. На съемки первой части было потрачено всего лишь 48 дней. Тим Миллер, работавший над первой частью в качестве режиссера, был снят с проекта в связи с разногласиями с главным актером Райаном Рейнольдсом. Поклонники вселенной Марвел не успели порадоваться окончанию съемок второй части о похождениях харизматичного Уэйда Уилсона, а компания уже объявила о продолжении. Нужно отметить, что выход третьей части Дэдпула имеет довольно интересную предысторию. Компания вообще не собиралась снимать сагу о супергерое, считая эту затею бесперспективной и неспособной принести прибыль. Толчком к началу съемок стал двухминутный видеоролик с трейлером фильма, размещенный пользователями в сети. С этого момента кинокомпания 20 век Fox заинтересовалась сюжетом, и Дэдпул получил право на существование. Разумеется, эти любопытные факты относятся к предыдущим частям картины. Однако остается надежда, что Дэдпул 3, дата выхода которого уже известна, пополнит эту копилку еще несколькими пунктами. Студия Marvel пока воздерживается от комментариев по поводу точной даты, когда состоится выход третьей части Дэдпул, но по предварительным данным, премьерный показ состоится в мае-июне 2020 года. Сюжет третьей части держится в строжайшем секрете, но наверняка это будет логическое продолжение предыдущих картин. Следите за нашим каналом, проверьте работу колокольчика, и если день выхода будет перенесен, мы сразу об этом сообщим. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Ставьте лайки и подписывайтесь, рассказывайте о нашем канале друзьям. И, конечно, будьте с нами всегда интересно. Как всегда, спасибо за просмотр и до встречи!